Приветствую всех моих подписчиков, новых и тех, кто со мной уже не первый год, друзей, туристов, которые гуляли со мной по Риму, и просто случайно зашедших на мой канал зрителей. Начался Новый год. Многие из нас, несмотря на возраст, до сих пор верят в чудеса. Только с годами понимаем, что чудеса творим мы сами. Загадав желание, мы начинаем постепенно двигаться ему навстречу, и оно сбывается. Кто-то из вас в прошлом году мечтал побывать в Риме, и ваша мечта осуществилась. Мы гуляли с вами по Риму, наши маршруты не ограничивались только главными достопримечательностями. Мы заглядывали в тайные дворики и узкие улочки, где спрятана настоящая жизнь, дегустировали сыры и салями и поражались тому, что, стоя на одном месте, нас окружает архитектура древнего, средневекового и современного Рима. Надеюсь, и в этом году кто-нибудь из вас приедет в Рим, и мы будем вместе гулять по вечному городу. Ну а кто из вас решит самостоятельно изучать Рим, мои видео вам в помощь. Мы говорим о желаниях, а на вокзале Термини уже несколько лет подряд устанавливают елку желаний, на которой на разных языках написаны мечты и желания. Так пусть же они у всех у вас сбудутся. Очень давно я не показывала Меркато Централе, который находится в здании вокзала Термини. Но мне кажется, пришло время напомнить о нем. В переводе с итальянского языка «меркато» – это рынок. Но это далеко не такой рынок, как Кампо де Фьори или фермерский рынок, где продают продукты и можно продегустировать. На этом рынке продают продукты и готовят. Готовят закуски, первые, вторые блюда и десерты. Попав сюда, у вас будет возможность попробовать самые популярные римские блюда. И не только попробовать, но и посмотреть, как готовят. А это целое искусство. Аранчини с разными начинками. А здесь готовят блюда для вегетарианцев. Так что, вегетарианцы, берите на заметку этот рынок и приходите сюда обедать или ужинать. Большая тарелка из разнообразных продуктов, которые вы здесь выберете, вам обойдется в 7 евро. Вот так выглядит этот отдел. Вы его найдете. Выбор здесь огромный, так что заходите. А это уже отдел напротив. Посмотрите, артишоки по-еврейски и по-римски. Посмотрите, как мастерски специальным ножом чистят артишоки. Во время обеда и ужина на этом рынке очень много народу. Бывает время, когда трудно найти свободное место, чтобы присесть. Но это не должно вас пугать, а наоборот,
Большое скопление людей говорит о том, что здесь готовят очень вкусно. Сюда приходят перекусить даже местные жители. Так что если кто-то из вас будет жить недалеко от термина, советую ужинать здесь. Каждый из вас найдет для себя самое подходящее и вкусное блюдо. Мы подошли с вами к отделу, где продаются трапезини. Это популярная римская уличная еда. Треугольники приготовлены из теста для пиццы, которые по вашему желанию наполняются разной начинкой. Есть мясные и овощные начинки. Цена одного трапезино 4 евро. Это очень вкусно. Советую вам попробовать. Только не перепутайте названия трапезино и трамедзино. Они похожи, имеют одинаковую треугольную форму, но по вкусу отличаются. Я советую вам попробовать трапезино. Здесь же на рынке готовят пиццу. Милая симпатичная елочка. А здесь находится отдел для любителей блюд во фритюре. Курица, картофель во фритюре. Сыр провола во фритюре. Супли, рисовые шарики, разнообразная зелень, грибы во фритюре. Пройдя чуть дальше, готовят первые блюда. А первые блюда в Италии – это, конечно же, паста. Одно удовольствие наблюдать, как умело готовят и сервируют. Вторые блюда – мясные и рыбные. А сейчас я поднялась на лестницу, которая ведет на второй этаж. Там находятся рестораны, чтобы показать вам с высоты Меркато Централе. Здесь же вы можете попробовать популярные и очень вкусные сицилийские сладости. Здесь написано, какие отделы есть на рынке. Кстати, рядом с Меркато Централе находится остановка автобусов, которые отвезут вас в лучший аутлет Рима – Кастель Романо. Берите на заметку. А еще рядом с вокзалом Термини находится главная базилика Рима, то есть одна из четырех папских базилик. Это базилика Санта Мария Маджоре. Сегодня я пришла сюда, чтобы посмотреть самый старый вертеп,
который был найден под базиликой Санта Мария Маджоре. Небольшая площадь с фонтаном у базилики. Вертеп поставили в одной из папских комнат на втором этаже, куда вход обычно запрещен. Заплатив 5 евро, я поднялась на второй этаж базилики, на ту самую лоджию, которая украшена мозаикой. Посмотрите, какая красота! Сегодня у меня и, конечно же, у вас, если вы смотрите это видео, есть возможность увидеть вертеп, сделанный в 1290 году. Первый вертеп был сделан при папе Николае V. Знакомый сюжет. Дева Мария с младенцем на руках, святой Иосиф и трое волхвов. Рассматривая фигуры, можно заметить небольшой контраст фигуры Девы Марии и остальных фигур. Спустя 300 лет после создания этого вертепа, другой римский папа, Сикст V, решил внести изменения в фигуру Мадонны, поэтому она отличается от других. Мне даже шкаф приоткрыли, показали, что внутри находится папская одежда. Меня продолжают поражать сокровища Рима. Уже вроде бы была во многих закрытых местах и видела то, что обычно недоступно туристам. Но проходит какое-то время, и я вновь открываю для себя что-то новое и новое. Из папской комнаты, где в течение 2 месяцев будет находиться самый старый вертеп, я вновь выхожу на лоджию. Давайте посмотрим, какой вид открывается с лоджии на площадь. В конце этой улицы, улицы Мирулана, находится еще одна папская базилика – Сан-Джованни ин Латерано. А лоджия просто сказочно красивая. Великолепная мозаика, рассказывающая историю создания церкви, и по бокам огромные красивые ангелы. С лоджии на площади мы видим колонну, которая была поставлена в благодарность Деве Марии за избавление от чумы. Сейчас я спущусь со второго этажа и зайду в базилику Санта Мария Маджоре. А вы знаете, что в Риме 2 Сикстинские капеллы? Одна находится здесь, где сейчас мы находимся, в соборе Санта Мария Маджоре, и была сделана при папе Сиксте V. А вторая, самая популярная Сикстинская капелла, находится в музеях Ватикана. Она была сделана при папе Сиксте IV. Это работа великого Микеланджело. Давайте пройдем немного по папской базилике. Хоть она сегодня и не очень хорошо освещена, но все равно что-то да удастся показать вам. Чем же отличается папская базилика от обычной базилики? Как я уже говорила, в Риме 4 папские базилики, и в каждой из них есть своя святая дверь, которую Папа Римский открывает в юбилейный год раз в 25 лет, и главный алтарь, где может проводить службу только сам Папа Римский. А в остальном все как в обычной католической базилике. Вот как раз мы сейчас подходим к главному алтарю. Thank you.
главный алтарь и мозаика удивительной красоты конца XIII века. Вы когда-нибудь слышали песню «Римская полночь» в исполнении Александра Михайлова? Поищите в интернете, послушайте. Там есть такие слова. «Раннее утро в соборе, где-то вверху в витражах, Санта Мария Маджори в красно-зеленых слезах. Санта Мария Маджори, счастье мне дай вместо горе, Санта Мария Маджори смотрит с печалью в глазах». Вот так скромненько в конце базилики похоронен Бернини. В 17 веке Рим приобрел чарующую внешность благодаря работам Бернини. Рим украшен фонтанами и скульптурами мастера. На моих экскурсиях я обязательно упоминаю имя Бернини. Это настоящий гений. В крипте под главным алтарем находятся доски, оставшиеся от яслей Иисуса. Вот здесь они находятся. Коленопреклоненная статуя Папы Пия IX символизирует почтение древней святыни. Слева от главного алтаря находится Паулинская капелла. В ней хранится самая дорогая для римлян икона «Спасение римского народа». Она считается чудотворной иконой. Паулинская капелла была сделана в начале 17 века, как фамильная капелла семьи Боргези. Ну и, конечно же, обязательно рассмотрим прекрасный резной потолок. Потолок сделали в 16 веке. Он был покрыт первым золотом, привезенным из Америки. Во многих базиликах Рима вы можете заметить почти одинаковый стиль пола. Это стиль космотеско. Мозаика из разноцветного мрамора выполнена в виде геометрических фигур. Такой вид на базилику Санта Мария Маджоре открывается с улицы Кавур. Посмотрев вертеп, теперь можно и немного прогуляться. Я иду по улице Кавур. Еще прекрасный вид на базилику Санта Мария Маджоре.
С широкой улицы Кавур я спустилась по лестнице на узенькую средневековую улочку Урбана и продолжим нашу прогулку здесь. Сейчас мы находимся с вами в районе Монти. Небольшой фонтанчик на площади Монти и напротив ресторанчик. А вот и Колизей. Здесь же неподалеку находится всегда вечно зеленый бар. Замечательное и тихое местечко для аперитивов. Я опять вышла на улицу Кавур. Видите, виднеется Колизей. А сейчас я сверну направо.
По улице Кавур я иду в сторону императорских форумов. А здесь вы можете сфотографироваться. Или взять на прокат Веспу. Веспа – это итальянский мотороллер. Это место всегда оживленное, и ресторанчики всегда полные. Узнаете? Это улица императорских форумов. Я ее часто вам показываю в своих видео. Thank you.
Посмотрите, какое сходство! На этом я буду прощаться с вами, дорогие мои друзья. Это видео я сняла 29 декабря в промежутках между экскурсиями. Эти праздничные дни были очень насыщенные. И уже завтра ждите новое видео, которое я сняла 1 января. До новых видео и до новых встреч в Вечном Городе для тех, кто закажет у меня сопроводительную экскурсию. По вопросам сопроводительных экскурсий пишите мне на почту